Иди там на аэродроп. Вот. Да я уже, походу, преследую того, кто его забрал. Да, он прыгает в гору у меня. Ага, Серега, вижу его. Да, я, походу, он идет к своему дому. Сейчас попробую. Бляха, меня бы только не кикнули за флайхак. Я сейчас с горы прям пулей спущусь. Я уже падаю. У него двери, что ли, открыты? Или это не его дом? Это его дом, он зашел, но дверей нету, what the fuck. Сука, зашел, мудак. Короче, я знаю, у кого аэр. Да у него двери деревянные, его можно йоками выдолбить. Да я его сейчас задипаю. У него дверной проем неправильный еще вдобавок. Как таким везет, я не понимаю. Не, если ко мне приходить, то с чем-то. Сразу его рейдить. Ну, говорю, можно йоки. Убил, задипал. Так, еще одна дверь мне осталась. Мы бежим. Угу. Мне главное, чтобы он открыл одну дверь всего лишь. У него опять перевернутая стена ведет к основе. А ты где? Он типа закрыл его, получается. Да, а, да, да, он меня закрыл, я за дверью, да, а, да, да. Все. Я контролю его основной кубик. Один или два человека стреляют? Один. Дратуть. Давай. Дратуйте. Так, и так, поехали. Я лежу там. Хорош. Почему-то у меня арбалет не стрелял, я не знаю почему. Ну и что? Это был дерьмовый аирдроп с двумя двустволками и 32 патронами, серьезно? Глушитель плюсом и патроны на этот. А? У меня не стрелял арбалет почему-то, я не знаю, ребята, извините. Так, адекватно. О! Клача. Вот это вообще пойдет. Другой разговор. Здравствуйте. Так, на что я могу глушитель поставить? Не на что. Вы залутали, да, все? Да. Ну и отлично, уходим. Сейчас можешь шкаф свой поставить, чтобы не жил здесь. А зачем? Чтобы не жил. Кому жизнь не дадим? Что там забрали-то? Да, мы все забрали, я не знаю. Шкаф, похер на него. Уходим. Зарыжено. Угу. Так. Да я хотел это скинуть глушак на изучение. Не лез, входной не лезло. Радиопередача, палка с пистолет-пулемета. Это что, у кого? Да я вещики вандалю. А. Со стороны 160 в аэропорт. Все, я скинул на эту в аэропорт. Бляха, плохо. Учить надо будет. Не, где ты? А ты в средний ангар, да? Да, я в среднем, уже перерабатываю. Я тоже зашел. На ангаре сам. Все, готово. 284 скрэпа, изучаем питон. Так нам еще и на сих хватит, если что. Там полтинник не хватает. Питон и патроны. А, на него. Хорошо. Борзый ёбарь играет в Counter-Strike. Сука, Добрыня. Нет, он в армии катает. А, это его друг играет? У нас 504. Да-да-да, надо питончика. С него много кого поубиваем, я думаю. Изучаю. И Патрики сразу. Обер, Даночка. Я его вижу прям. Все, делаю питоны. Вот сейчас пойдет житуха. 8 делаю бигов. Да.
Да. Ну, типа нападение сотрудника. Не давай за шкирку там по асфальту таскать, пока человек пришел. Сука. А просто момент такой, он стоит такой, типа, иди нахуй, пидорас, ну, мне орёт. Я ему говорю, ты нахуй общаешься, типа, нахуй, захуй, по-человечески веди себя. Пошел нахуй, пидорас, и в грудак мне такой, хлоп. Я просто толкнул, он такой, ёбнулся, встает, все, говорит, пизда тебе, мразь. Я подхожу, им подсечку въеб, тот бак упал. А сука, люди стоят, и такой кадр. Я, получается, за куртку его беру, наебало куртку ему натягиваю и просто за собой волочу за камеру, за дом, блядь. Заволок по щечному как-то хуярил. Снежок маленько наебал, ему накидал, вроде в себя пришел. Закопал, блядь. Пиздец, ты пиздил ладошкой, говорит, пришел в себя? Тут встаю, типа, блядь, я тебя отпизжу. Подножку ему въеб, говорит, блядь, ты что так упал-то резко, скользко же, ебаный урод. И поебал снова ладошкой. Сука, люди стоят, смотрят, блядь. Надо зайти теперь с другой стороны к ним. Надо именно, блин, к дому подойти. У них дом как инкубатор, блядь. В плане? Пятеро сразу вываливаются, блядь. Ну, потому что пацаны сразу реагируют. Короче, десятерых надо отпиздить, грубо говоря. Считай, убьешь, они на спальнике чипоньксят. Ну, они не хиленые будут. Так, у них с той стороны вход, да? А да, вот да, это да. Что, их печка? Это печка. Их. Да-да-да. Там бегает, дерево лутает. В этой печке. Угу. Ну, он голый по-любому. Нам же сам дом нужен. Ну, вообще, да. Поэтому идем к нему. Тер, двадцатку патронов не подкинешь. Ёпта, нет. Ладно. Блядь, по-братски. Спасибо. Хэдшот минус. Пацаны, уходим, две турели. Пацаны, уходим. Иди, иди, прикроем. Давайте. Там еще этот сзади пойдет, их лутальщик. Лутальщик за мной вышел, ребят. Иду. Отходим, отходим. Голова ему. Еще там, все. Еще есть. Понял. Он где-то в кустах, я отхожу. Уронил, уронил. Молодцы. В доме, да? Не, нет, слева, слева. Хэдшот минус, кажется. Слева от горы лежит. Сейчас я к вам приду, ребят. Убью. Одного. Иду к вам. Блять, я тоже минус бердалку. Минус он. Я прям под тобой. Сзади тебе этот. Идем, тер. Он фуловый был, тер. Справа, справа еще идет. Блять, нет, двое бонних. Я минус опять. На горе один прям в упор. Силюсь. Уже трое в упор. Одного минус. КД. Попал в него, не убил. Ну чё? Нет, все, я тоже минус. Ну все, ладно, окей. Берданку мы отжали и две турели плюсом. Хер на это. Нормально все. Все, берданку кинул. А с чем берданка была? С фонариком. Угу. Просто плюнули в лицо прям. Нихуя, синхрон наш, блядь. Ну все, осталось еще 100 с копейками скрэпа, и патроны у нас будут. О! Это он. О! Он меня убил. Ну-ка, пойдем, пойдем, пообщаемся с ним. Ну, вон они бегут, двое. Он давеч убегает. А куда они делись? А, вижу. Он надо слева, голый. Слева. Это голый слева. А эти куда делись? Дома открывают. Убил. Еще один. Выйдет, интересно, или нет? Вижу одного. Возле хаты трется. Ха-ха, хэдшотами обменялись. Силюсь. Оружие взял.
Бля, бы тянуть поближе бы его с пипасика. Я за домом. Гвоздомет. Один минус. Гвоздометчик. Бля. Ты умер? Нет. Все, минус он. Молодец, я контролю дом. Я дом контролю, со спины, чтобы не зашли. Отхиливаюсь. Минус. Дверь открыта одна. Тут патрон нет, Валерия. Ага. Сверху. Голый. Угу. Так, а что здесь вообще за херня? Гвоздомет не подобрать. Одежду забрал. Да не, они, походу, они ничьи, блядь, мне даже забрать не. Чё там у тебя? Да бич там голый, да можно валить отсюда. Угу, наджирается. У них бы этого, кукурузки забрать. Он сейчас откроет, понимаешь? И, возможно, мы прорвемся. Вот эта дверь последняя. А дальше гаражки. Он может их не закрыть. И проскочить туда можно. Получил в рожу. Ладно, погнали. Бля, вот у нас пролетает. Все. Не, мимо. Мимо дома. В ангаре тело, понял. Вот ты еще не так держи. Ну, 7 приходит. Идем? Не-не, я перерабатываю, адекватно мы же ждем здесь. На нас летит шарик, блин. Приземляться. Они будет, спускаются. И что это значит? С чем они? Война. С Валерами. А-а-а. У меня 4 патрона есть. Че там? Дал фишку. Не попал. Да-да-да. Трое. Да, попал. Правого. Пушат. Да-да. Дал. Один откис. Минус. Еще один остался. Мне хедшот, я отлетел. Справа он. Минус. Все, молодец, красавчик. Я подхожу. Ну, лутайте меня, я добегу по дороге, но ёп долго бежать. Но они верили в себя, понимаешь? То, что они такие крутые, там все дела. Обидно, что я хэд словил. Очень. Главное, залутайте, и может ты двигайте до дома. Чё там, есть чё? Кто это? О. Арбалет дайте. Ну, типа, на. Стрелы. На. Все, погнали. Делать. Так, давайте сразу скрепы. О, угу. Изучаю. Не лезет, а да? Я когда лечь, изучается. Кину все, расфасует потом, да? Конечно, да. Все, изи. Все, все изучил. Надюш, а крафтани мне, пожалуйста, это... Или Мэтт, ты крафтани мне киянку. А ты, Надя, долбани мне этот витринку, пожалуйста. Так, витрина готова? Да. Да, у нас берданочки появились. Да нормально все. Не прикидывайтесь. Да ладно, все проходит нормально. Мэтт, ты чего? Не, вот туда проходит нормально, такое? А вот обратно как-то вот немножко это... Как будто дать... Да не гони. Ага. Видал?
Блин, прямо на ребро. А больше нигде не ставится, прикинь. Ни на стекло, ни на вот эту железку. А вот на это поставилось. Но вред, да? А вот здесь это вообще парадокс. На ящик нельзя поставить светильник. Правильно? Правильно. Ну, я тебе говорю, что красным горит. Но, когда в этот ящик входит лестница, я могу сделать вот так. Ты понимаешь логику? Я, например, нет. А если я сломаю лестницу, то ей пизда, ему туда будет. По идее, да. Давай сломаем, проверим. Я поставил на лестницу его, но на лестницу, на саму вот так вот нельзя поставить его. Понял? То есть ящик саппортит лестнице в том, чтобы он встал под ровным углом. Это жесть. Проверим? Черт, я был прав. Минус светильник. Да, неловкая ситуация. Я берданки сделал адекват. И патроны. Ну, теперь повоюем, сучка. Точно. Жестно попал. О. Это наши корешки, слышишь? Надо бы их на самом деле раздолбать. Да! Прям выйти и раздолбать. Ё-моё, там три тела. Да-да-да. Тер, ты здесь, не? Кажется, Тер себе башку свернул. Ага. По мне. Хедшот, тычка в нем. Понял. Прыгнул. Да-да. Я за это, за трубу хочу уйти просто. Которая здесь лежит. Минус один, адекват фуловый. Хорош. Один. Его друга не остался. За стенкой стоит. Я здесь. Давай, мужик, хватай берданку и к нам. И там двое, и там двое. Они перерабатывают. У меня минус мне в голову. Отлетел я. Пойдет меня лутать. Сейчас я резаюсь. Жду себя залутать. За Урал, прикроешь меня как раз? Тер. Прикрой меня, братишка. Я слева от тебя, слева от тебя. Я иду себя лутать. Ну-ка, ты сзади, сзади, адекват. Где моя берданка? Минус. Дал тычку. Я своей берданки не могу найти. Где рабочие те? Иду, 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 иду обратно. Тоже иду. Прыгай. Он внутри здания, да? Да-да-да-да-да, был внутри нее. С выхода прям меня. Еще слева один бонни. Дал две тычки ему. От хиля. Давай. Меня поднять, нет? Хер, ты помог. Убил Добзу. Там Томми. Идем, убил идем. Его. Он под забором, но в доме еще есть. Я понял, понял. Не, все, я откинулся. Один в лесу с Бек Валерой. Убил его, все. Все, Настя. Есть хил у него? А тебе нужно? Да, на, держись, на, держи, хил скинул. Я свою берданку не нашел. До за сих пор, я не бежит, знаю. С дома бежит этот пещерники. Все, убил меня. Я здесь на спальнике встал, бежит, голый абсолютно. Еще а тер, давай встретим, давай встретим. Я понял, отхилюсь. Второй, скорее всего, одет. Пускай ближе идет. Пускай ближе идет. Давайте, давайте здесь прям примем, который еще сам. Слушайте, у меня слишком много, вот я отхожу до дома. Иди давай. Дома, да, да. Слева обходит один. Одного убил, убил, убил. Своего убил, слева меня обходит. По-любому. Хилюс, да, есть. Убит. Найс. Перезарядка. Еще один есть, Тер, имею в виду, где-то должен быть.
Филис. Есть, 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 внизу вроде. Минус голый. Молодец. Забрал бига. Добил этого. Я подхожу. Бля, радиация. Так, где его оружие? Пешку не могу найти. Вот куда оружие девается, я не понимаю. Ледоруб забрал. Бежит Брачус. Голый, бежит голый. Двое. А, нет, один. Дал тычку ему. Нашел пешку. Не искать его. Вот где мое тело? Сер, давай отступим. А вон нашел! Ее не было здесь. Вращаюсь. Давайте до дома скинемся. Да-да. Все нормально. Я нашел свою брюданку. Я свою тоже нашел тело. Ну все, давай, отступай. Там золотая одного этого, чисто по броне, там вот это деревяшком там и так далее. Где он? Он там еще валяется. А там немножко прямо. Под холмом, короче, маленько. Вперед, вот от переработчика. Ну, можешь забить на него, если хочешь. Не, если не хочешь заморачиваться. Все, нормально. У нас штурмовые лестницы плюсом, ребят, 3 штуки. Найс. И бердачей у меня 2 плюсом. А этого залутали, друг? Да-да-да, у меня он там нифига не отлезал. Вот это пошло дело с берданками. Да, мне с них вообще не залетает. С берданки не залетало? Ну как, да, это придрочишься. 771 ткани? Что? Да, я с ним поднял. Я еще принес. А, ты там еще смотришь? Да. А, вот металл это я крафтил топоры кирки, кстати говоря, и выбежал с крафтом. Я молодец. Ледару плюсом, девчонки. Не знаю, там вроде 2 томсона было, что ли, вообще. Да вообще огонь, ребята, нормально. Готово, Томиган изучил. Нет, там еще 250 осталось. Но это мы изучим. Шприцы, я тебе говорю, это не проблема. Че, погнали к их дому? Тут даже 3 электростанции. Что? Печки у них кочегарят. Вот они стреляют. Биквайеры тоже кочегарят. Ты сдох кто-то на этих? На шипах, что ли, или что? Они в пещере, ребята. У них, значит, в пещере еще дом, как я и думал. Блин, у нас фонариков нет. Есть у меня. Есть? Давай ты светишь. Печки, вижу, крадется чувак. Это я. Кто-то сдох на шипах. Смысл стрельба. С дома. Лучник? Да. Ну смотрите, сейчас с пещеры они будут там типа уходить, еще что-то делать. На, в голову. Как там, дружище? Печка еще может быть. А, я его убил, лол. Я, короче, печную контрю. А, они могут и на Waterplant гонять. Ребзи, нихера тут вообще пойдет. Протолкните по-братски. У них там эти стоят, ящики. Давай, наседай. А я должен прыгать? Строит кто-то. Пытается. Да это они. Внизу, горячий. Это они, внизу. Нет, тут нужно как минимум еще, чтобы сзади подпираться. Подоприте меня сзади. Иду. Просто толкай вперед. Прыгать надо? Да, нет. Нет, походу нет. Вообще даже не пролажу. Нет. Нет. Печаль. Но там ящиков Дрыгнуто. Много. Хватает. Фонарик включи, Тер. Там у них пещера с этой перепрыжкой гребаной. Да, 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 это жесть. Нет, это жесть, чё? Нет. И они там гаражки, короче, очередной трауси там селятся. Это очень плохо. Че, будем пробовать бахать их основу? Ну вот это вот пока что, то, что наверху. Там по-любому резов есть, много. Кстати. Че, делаю я это? Бичи. Да! Надо аккумуляторы. Да я тебе говорю, если мы вдолбим эту наверху их хату, явно не пожалеем. Самое, чтобы они не принесли в пещеру все, под железом как глядит. Погнали? Да-да-да. Я 16 взял, ну, 4 двери пройти. Ждем всех. Блин, подожди. На 290. Сука, не вовремя. Убил. Найс. Охуеть. Не, в доме костер горит. А в смысле взрывов нет?
Есть. У меня нету взрыва, what the fuck? О, теперь есть. И в смысле эта дверь не дамажится? Открывается дверь. Ребята, я что-то у меня не так, я не понимаю, 4 бобовки уже взорвалось, нет? А она фуловая. Какого хрена? Почему? Это составной? Ты на этот кидал, что ли? Нет, у него все фуловые. На бубен? В смысле, это что, блядь, это баг? Это бубен. Либо они что-то опять намудрили. Это прикол? Подожди, дай посмотрю. Вот, дамажится, дамажится, это бубен. Охренеть, антирейд-система. Ну охренеть просто. А еще можно бубну налепить? Подожди, подожди. Нет, нет, нет. Надо еще эти, отлично, взрывы. Мэтт, сгоняй, пожалуйста. Попрыгаем в рот. Дай. Убит. Адекватно. Что, так, я отхиливаюсь. Тычку дал. Ушел в пещеру. Убил пещеру. Молодец. Да-да-да, еще мне больно. Проходи дальше, проходи. Открывает. Хилюсь. Адекватно. Пока... Добрал дверь кодовой. Готовься, готовься. Я вырубаю, понял? Угу. Е-мать! Е-мать! Угу. Почти мужик, горел. Мужик. Живой? Ты не там, да, же сидишь? Ты там? Ё-моё, я тебя, да, чуть сиху не кинул. Не кидай. Он дверь хотел ставить. Забрал. Долблю дальше. А то он где-то. А, неудачник сломал ноги. Вот, Бонни, ящики можно чекнуть. Двое. Видишь в воротах? Да. Я тогда обратно скалу. Кинул. Спасибо. Вот это я? Вижу. Угу. Мэтт, короче, твоя задача не дать никому зайти сюда. Так, хорошо? Стоять лицом наружу и ждать, да? Да-да. Так. Все? Все, начинаю. Опа, изи-бризи. Опа, изи-бризи. Выношу шкаф. Все, братишка, отходи. Выношу. Есть. Выношу шкаф. Ставлю. Давай, давай. Там давай, давай, давай. Я понял. Блин, я с патрон могла разбить. Не надо, не надо, не надо. Нам надо фастом. Все, шкаф минус, ставь двери. Готово. Чек, вот это хера. Чекаем. Так, запаролено. Дерево я не вижу пока. Так, я тогда лутаю резко на шкаф. 400 нашел. В шкафу 1000. О, все, не надо, это нормально. Все, я к вам зайду? Да, да, заходи. Будет, ну, по луту это был удар в никуда. Перняло, да? Пока что да. В пещере. Так, биквалера, прицелы, берданка. Чё там? Это тоже добить надо? Нет, кончил, чтобы в дальний просто залезть. Ну, так. Догнал. Хороший докрыть. Голый. Минус. Так, скидывай двери двойные, железные. Но они дауны. Все, готово. Вверх, вверх, вверх. Вперед. Давай помогать, пошли. Минус один. За дом ушел. Где? Воу!
искать. Возле меня. Не убит. Минус. Убит, все. Меня возле дома поднимите. Это я зашел. Минус. Еще один есть. Убит. Найс. Я справа от выхода, Бонни. Иду, иду, братишка, иду. Тер, поднимешь его? Все, тер, да. Так, пацаны были с бигами, да. И шприцами. Кому шприцы, ребят? Мне. Подхожу к выходу. Тер, надо шприцы? Я взял. Так, адекватно. Дрозд, надо шприцы? Мне все нормально. Майот? У меня лишний даже. Понял. Да, я тоже фул. Пойдем до дома, добежим, скинем. Давайте, ребят, мы сейчас... Подожди, надо этого вальнуть. Блин, 2000 не удал, он там полуживой. Давай не пойдем в пещеру вовнутрь. С фуллотом. Не-не, я просто чекнул, его. Думал, что он там где-то в начале, знаешь, на полшишки застрял. Че, пойдем скинемся, короче. Да-да-да, идем. Стой, давай Мэтт заберем еще. Мэтт, забери все самое это лютое и пошли с нами. А вот вопрос, что здесь самое лютое, здесь хрень. Ну, что важно нам? Я сейчас натирачу на третьем этаже ящиков, тупо их забьем, а потом я их подниму, когда все разберем. Брынь-брынь.